На часах 23:45, а бар на улице Петрова продолжает работать. Кто-то распивает напитки, кто-то курит кальян. Антиковидный запрет снова нарушен. В зале на вечеринке около 70 человек. Массово были нарушены требования масочного режима. Посетители находились в тесноте. Безопасная социальная дистанция не соблюдалась. При проверке документов среди гостей заведения были выявлены двое несовершеннолетних. На родителей подростков сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних составили два протокола по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка и контролю за его поведением». Также полицейские выявили нарушения в торговле алкогольной продукции. Спиртное продавали после 23:00. Более 17 литров алкогольных напитков изъято для проведения экспертизы. В отношении администрации развлекательного заведения собран материал для возбуждения административного расследования по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по которой предусмотрено наказание в виде наложения штрафа на юридических лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Полицейские продолжат рейдовые и проверочные мероприятия по барам и кафе. И те, кто не будет соблюдать антиковидный запрет, ждут новые штрафы. Олеся Котровская, телекомпания «Город».